24 марта 2017 года в Центре информационных технологий города Кингисепп прошел весенний турнир по робототехнике. В нем приняли участие команды Кингисеппа, Ивангорода и Сланцев. Турнир состоял из трех категорий. Свободная творческая категория, в которой обучающиеся представляли свои проекты. Также он состоит из нескольких, как я сказала, деталей. Еще у него есть моторы, сервоприводы, плата и датчик расстояния. То вокруг своей оси. Также она может подниматься и опускаться. Вся картинка с камеры переходит на планшет, в котором мы можем начинать видеосъемку и заканчивать. С помощью телефона я могу управлять движением камеры, и также я могу ее перемещать из комнаты в другую комнату, чтобы увидеть, что там происходит. Получается, мы горе сначала зеленый, машина может проезжать. Когда корабль начинает приближаться, начинается загораться красный, он остается еще, и мост разводится. Потом он разводится, корабль идет. Когда он прошел, он направляет сообщение, что он прошел мост, и можно мост закрывать. Мобильная робототехника. Задача в этой категории – собрать и запрограммировать робота, так чтобы он проехал по определенной траектории и переместил на установленные места банки. Третий вид состязаний – полоса препятствий, в котором было два варианта прохождения. Один простой – преодолеть поле с расставленными банками. Второй маршрут сложнее, он состоял из нескольких элементов. За прохождение каждого из них начислялись баллы. Максимальное количество очков в этой категории можно было набрать, пройдя весь сложный участок, взять банку и вернуться обратно. Ребята исландцев достойно выступили на турнире. В итоге команда исландцев заняла первое место в мобильной робототехнике, второе место в полосе препятствий, в свободной категории проект Григорьева Александра занял второе место.